покажу вам маленькие предметы от своих коллег из Черкас. На протяжении всего времени, как я работаю в Киеве, постоянно кто-то что-то рассказывает, ну, кого-то что-то спрашиваю. И получается, мне присылают то фото, то видео. Я хочу с вами тоже поделиться, как бы на память. Так что передаю черкасам привет всем, всем коллегам, всем сотрудникам КП «Черкас Электротранс». Вам привет из столицы, от Заглаза, от Максима, от Макса Кацюпы. Что за фотосъемка?
Я за вас никогда не забываю, всегда помню, так что вы молодцы. Трудимся мы везде одинаково, везде одна та самая работа, те же пассажиры, те же приключения. Поэтому всех благ вам, здоровья и всего хорошего. Еще один месяц лета остался, так что давайте его проведем без нервов. Так что такие дела. Ну все, ребята, держите краба от меня. Давайте, счастливо вам.